За рост задолженности по коммунальным платежам должен отвечать руководитель управляющей компании. Об этом на заседании межведомственной комиссии заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. За прошлый год долги населения выросли на 20%. Сейчас за жителями Петербурга значится сумма в 28,5 миллиардов рублей. Семей неплательщиков в городе более 600 тысяч, а треть всей задолженности приходится на частные управляющие компании. Руководители таких контор ждут новые методы взысканий. Руководителя компании, который несет всю полноту рисков и ответственности за финансовое положение компании, за платежно-расчетные отношения, я протокольно поручаю вам и жилищному комитету, попрошу обратить внимание прокуратуру городскую на этот опыт Ленинградской области, потому что если мы наказываем управляющую компанию, в итоге бремя платежей ложится на потребителей коммунальных услуг. Мы людей наказываем, а надо наказывать руководителей. Подняли тему плановых отключений горячей воды. На время ремонта теплосетей неудобства затронут жители почти 9 тысяч зданий по городу. Отключать воду будут и в рамках гидравлических испытаний, которые продлятся с середины мая до начала сентября.